кофеек в центре города, такого еще не было. Все берутся за руки и проходят здесь в ручеек. Иван да Марья здесь прямо сейчас, кто еще не понял, что происходит, студия 4 канала. В центре, в сердце города, в самом центре, рядом с театром эстрады, рядом с метро, площадь 1905 года располагается та самая выездная студия. Так что впервые такое вообще, да, в Свердловской области? Прийти, посмотреть, да, на это все вживую. Сегодня тема у нас «Дружба народов». К нам очень много уже гостей пришло. И вот сейчас мы познакомимся поближе с руководителем. Да, и с руководителем, с художественным руководителем ансамбля «Иван да Марья». Денис Кудряшов, пойдемте он к нему, уже пойдемте. Здесь. Вот. Вот. Да, добрый день, здравствуйте. Доброе утро, Денис. Денис, добрый день уже. Ну, во-первых, поздравляю. Спасибо. Вы знаете, с чем? Так. С чем? Сегодня праздник День народов. Да, Среднего Урала, да? Совершенно верно. Также мы вас поздравляем, потому что только вчера отгремел салют в честь Дня Победы 9 мая. А насколько нам известно, мы просто следим за творчеством вашего коллектива, вы одни из тех участников, кто устанавливали рекорд, который устанавливала вся Россия, когда все пели песню «День Победы». Так он был от нас далек, и он наступил. Слава Богу, мы вас поздравляем и с этим. Это, да, замечательный проект, который впервые у нас в стране проводился, и мы не смогли не принять в нем участие, и коллективом спели песню «День Победы», которую посвятили, конечно, тем, кто приближал этот день, как только мог, чтобы мирное небо было над головой у нас. Мы уже немножечко пообщались и узнали, что попасть в коллектив не так-то просто. Нужно пройти кастинг. Но я уверена, что вы можете сейчас все провести вместе... кастинг для Валерии. Да! Мастер-класс для людей, всех, кто, возможно, кто захочет еще попробовать. Семен, ты тоже присоединяйся. Да, давайте мы несколько движений покажем. Внешность обманчива. Как вообще у вас это происходит? Как репетиция? Вот все это мы хотим узнать. Я предлагаю, танец начинается всегда с поклона, поэтому мы проучим поклон. Так, я встану. Возле я девчонок. Проговариваю, ребята, показываю, мы повторяем. Четыре шага вперед с правой ноги. Раз, два, носочек, три, четыре. Теперь правой рукой мы к сердцу, к небу и говорим «Здравствуйте» с поклоном. И поднимаемся назад. И отходим назад с левой ноги. Она у нас позади стоит. Четыре шага. Раз, два, три, четыре и опять. Для тех, кто первый раз еще, не увидел, да, что мы «Привет, солнце» второй раз показали. Платочек и солнце сразу выглянуло. Ну, традиционно, конечно, в русском народном танце это открываются руки. Девушки у нас покажут, как это красиво делается. Раз, два, три, четыре. Закрывается. Раз, два, на пояс. Три, четыре. Особенность уральского танца – это то, что руки у нас закрываются в кулачок. То есть есть отличия еще, да, если в центральной России у нас... Уральцы, они суровые. Если что-то вдруг, то сразу кулачки. Отлично. Давайте еще раз. Да, ручки откроем. Готовы. И раз, два, три, четыре. Вы же сказали, это для девушек. Что парни делают? Почему? Парни тоже так же танцуют. Ты тоже давай делай. Я же не знал. Хорошо. Еще какое-нибудь интересное. Самое такое известное движение народа – это припадание. С правой ноги вправо мы опускаемся и переступаем. Раз, и два, три, четыре, влево. Раз, два, и как бы припадая, да, хромая. Четыре, вправо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. А теперь усложняем движение, то, что мы с вами проучили. Руки открываем во время движения, да, и ноги припадания. Проще простого. Поехали, руки на поясе. Готовы. И раз, два, три, и влево. Раз, два, четыре. Молодцы, отлично. Два, три, четыре, раз. Да, потом. Ну, я предлагаю мужское тогда движение, да, раз Семен настаивает. Так, вперед, парни, выходим. Начнем с легкого, а там посмотрим, как пойдет, да? Ковырялочка. Ковырялочка? Да. Носочек. Пятка. Отлично. Поехали. Раз, два. Там, 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 и еще раз. А теперь с руками добавляем.
Денис, что сложного, чтобы попасть в коллектив? Я сейчас не понял. Что сложного-то? С руками давайте, поехали, хлопцы. Наши любимые еще раз проучим, покажем. Приседания вниз, опускаемся. И раз. Поднялись, два. Еще раз. Раз. Как делали это в фильме «Кинза», нужно говорить «ку». Кинется в ноги в сторону. Готовы. И раз, два. Я тоже так хочу. Давайте все справа, а то мы друг друга вот, да. Готовы. Правая нога выносится сначала, да? Поехали. И... Спасибо большое. Спасибо, это было здорово. Мы согрелись, солнце вышло. Вы нас порадовали своими танцами, конечно же, чудесными. У нас так не получится. Давайте. Мы всегда рады. Что? И... Поклон. Мы научили. Давайте. А, вперед же. Мы выучили. Когда еще здесь? Театр эстрады, казалось бы, близко, где что-то подобное можно увидеть, но нет. Рекорд сегодня мы ставим здесь. Ребят, общая фотография, все, пожалуйста, вместе, с нашим поближе, хэштегом. Поближе. Кстати, все, кто нас смотрит, выкладывайте, пожалуйста, как вы смотрите телевизор. Ставьте наш хэштег. Обязательно потом найдем победителей, подарим подарки. У меня такое ощущение, что это не моя война. Вокруг столько русских. Но сегодня день единства, поэтому я абсолютно не беспокоюсь. Улыбаюсь, смотрим вот в полосатую женщину.